Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга, я старший менеджер компании GoodPrice. Звоню сообщить, что у вас накопилось максимальное количество бонусов за ваши покупки в интернет-магазинах и супермаркетах электроники. И сейчас вы можете воспользоваться вашими бонусами и сделать приобретение товаров из категории «Все для кухни и дома», «Для автомобиля и для отдыха» со скидкой до 60%. Хотели бы сэкономить? Нет. Нет, почему? Вам предлагают выгодное предложение. Приобрести товар со скидкой до 60%. Вы от него отказываетесь. Какая причина отказа? Ну, вы неправильно ставите вопрос. Вообще-то. Какая причина мне захотеть вашу скидку? Давайте так. Любой нормальный человек хочет приобрести товар, не вкладывая в него баснословной суммы денег. Не хочет. Или вы не такой же человек? А вы хотите заплатить за этот товар втридорого? Какой товар? Я вообще ничего не хочу. Девушка. В наличии есть товары все для кухни дома, для автомобиля и для отдыха. Какая категория товара вас интересует?